Каким должен быть инженер будущего? Образованным, всегда развивающимся и готовым двигать технический прогресс. Более 1000 молодых людей, наделенных этими качествами, 10 дней провели в лагере «Садовка» на международном форуме «Инженеры будущего». Обсуждение новых технологий, развитие оборонно-промышленного комплекса и демонстрация новых проектов. Программа была насыщенной. Как и любое мероприятие, форум подошел к логическому завершению. В начале торжественного закрытия состоялся круглый стол с участием федеральных гостей и губернатора Ульяновской области. Спасибо вам огромное за то, что мы вместе с вами прожили эти несколько дней здесь. Надеюсь, что у вас останется хорошая память, хорошее чувство от этого форума. Ценными знаниями с молодыми специалистами делились столичные эксперты. Советник президента страны Борис Алешин рассказал о грамотной организации работы предприятий, а замминистра промышленности РФ Олег Рязанцев провел профильную беседу с работниками оборонно-промышленного комплекса. Я не буду специально говорить про гражданку, я буду говорить только исключительно про сегмент оборонно-промышленного комплекса. Потому что мое искреннее убеждение, что это отдельный сегмент со своими правилами, со своими продуктами и со своей жизнью. Пару часов спустя познавательная часть программы плавно перетекла в развлекательную. Молодые умы вместе с наставниками собрались у главной сцены Садовки, чтобы торжественно закрыть международный форум. Вступление к финалу было более чем эффектным. Бойцы 31-й десантно-штурмовой бригады продемонстрировали боевую мощь на показательном выступлении. Судя по настроению участников, форум удался. Ведущие технари России и зарубежья не только получили ценные знания, но и как следует повеселились. Инженер Дмитрий Богатырев поделился впечатлениями о мероприятии. Отличный, замечательный форум. Образовалка хорошая. Очень сильно. Культурная программа отличная. Все замечательно, все понравилось. Спасибо организаторам. Спортом форумчане тоже занимались активно. На церемонии закрытия наградили лучших игроков в теннис, волейбол и дартс. Без музыкальных номеров тоже не обошлось. Участники сами подготовили концертную программу в честь закрытия. Песни и танцы проходили с небольшой долей грусти, ведь уже на этой неделе специалисты должны вернуться в родные города и с новой силой приступить к своей работе. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.